Итак, доброго времени суток, друзья, всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать на канал Green Gamer. У микрофона, как всегда, я Романыч. Сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Car for Sale. Друзья, сегодня все с нуля. Новый бизнес, новое обновление в игре. Вот даже новый ролик вышел от компании Adonata Cinema. Эти ребята молодцы, выпускают очень годные ролики, очень годные эпизоды по играм, таким как Need for Speed Most Wanted, вот они сделали для Car for Sale. Ну что ж, друзья, не забываем ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться, переходить на мой канал, переходить на каналы моих товарищей, друзей. Ну и, соответственно, сейчас мы будем врываться. Посмотрим, какое вышло у нас обновление на Car for Sale. Что туда вышло, что туда вошло. Я вам желаю приятного просмотра. Отличного настроения, позитива. Сэм нам пишет. Всем привет, твоих хорошего, веселой торговли. Toyota Camry будет, оставь мне. О, губа-то не дура, да? Сразу на Toyota Camry посигнул. Хорошо, Сэм, будет Toyota Camry. Я тебя оставлю, приедешь, потом заберешь ее. Ну что ж, друзья. Car for Sale обновление. Посмотрим, что в него входит. Какие карты, какие машины, что изменили, что не изменили. Кто пьет чай, приятного чаепития. Кто кушает, приятного аппетита. Ну, а нам приятного времяпровождения и отличного, отличной торговли. О!
Ждем загрузочки, друзья, ждем загрузочки. Всем, кто хочет, переходите по ссылочке в описании в Discord, на мой канал Discord, на мой канал VK Play, на просто группу ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, мы везде находимся. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, переходите на Boosty, поддержите меня, помогите. Вот видите, сверху написано на кофемашинку и тостер. Я хочу родителям взять в подарок. Помогите мне это все усобрать. Так, пока игра не загрузилась, что-то я переключился рано. Сейчас игра загрузится. Вот, теперь можно включаться. Мышка появилась. Любой сумме буду благодарен. Любой. 5, 10, 20 рублей. На данный момент игра находится в раннем доступе. В игре могут быть ошибки и экономические проблемы. За что мы приносим извинения. Мы приветствуем ваши отзывы, чтобы улучшить игру и сделать ее еще лучше. Пожалуйста, не забудьте составить свои отзывы на панели планшета. Спасибо за отзыв. Ну что ж. Что у нас здесь есть? Мы здесь уже заходили, играли, но мы не будем играть. Так, по графике у нас все на ультра, вертикальная синхронизация отключена, управление это, аудио есть. Ну что ж, новая игра, да, поехали. Мы считаем, что это лучшая игра по перепродаже автомобилей. Машина проехала. Сделал так. Мазда, это, по-моему, Тойота и Мустанг. Отличный солнечный день, пасмурный день. Опа, у нас. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Добро пожаловать в симулятор. Уберите мой мусор перед офисом. Так, что-то чувствительность мыши прям очень такая. Есть где настроить геймплей? Вот, чувствительность мыши прям вот, не знаю, прям. О, вот это уже другой разговор. Сюда вышло, не сюда, на другую игру вышло обновление. DLC-шка, я хочу потом попробовать ее все-таки себе купить. Отлично, офис закрыт. Так, что у нас дальше здесь? Теперь нам нужно название для бизнеса. Так, пойдемте создавать название для нашего бизнеса. Серьезно? А что мне не это нужно? Так, режим редактирования офиса. Вот. Подписать обновление офиса. И. Подписать. Вот. Удалить. Понятно. Вот. Так, у нас здесь написано Car for Sale. А что мы напишем? Какое название? Давайте напишем. Шоп.
Cars by Grim. Так, отлично. У нас большой размер получается, нет? Ширина. О, какой. Пойдет. Так, цвет устанавливаем. Пойдет. Так. Офис должен быть открыт для прихода клиентов. Открыть и закрыть офис. Ну, это понятно, что мы вот здесь открываем его. Теперь закрываем. Теперь пиздуйте на район и купите себе первую тачку. У нас 7 кусков. Найди подходящую машину, купи ее. Поговори с владельцем, чтобы обсудить. Ля какой мини-купер. Ну, бля, какой ты грязный, падла. Чувак. Это мы знаем, это мы знаем, это мы знаем. 10 чего? Я понял. Все, базаров нет, братан. Сорян. За десятку иди в задницу. Так, у тебя чё? У тебя тоже какой-то хэтчбэк. Ты чё хочешь? 40D. Нихера ты влупила, дура конченая. Так, ладно. Ищем чё-нибудь. О! Жук. Ну, он, наверное, и стоит. Привет, братан, 22 тысячи. Ну да, конечно, нет. Рахмет, я обойдусь. У тебя что за ведро с болтами? Оп-оп-оп-оп. 5. Так, вот, тебя запомним. У тебя за пятерку. Ой, ёпта, нихера тут будка на стиле, блядь. Так, у тебя что? О, кобальт. Кобальт. Семь четыреста. Давай, вот кобальта возьмем. Тигрица и Грица. Приветик, супруг, хорошего вечера, отличного настроения, позитива, легкого стрима. Привет, кошка, спасибо большое. Тигрица и Грица. Мы только со школы пришли, пойдем ДС. Хорошо, что вы столько со школы пришли. Хорошо, хорошо. Пошли вон к Максимке зайдем, а то он меня звал тоже. Заходи. Ну и Мишаня вернулся, все вернулись. Ну да, вы хули хотели. Мы не хули хотели. Эйк. О, вы уже тут. Мы уже тут. Всем да. Привет, кстати. Всем привет, кстати. Ну да. От кого? А у меня же трансляция. У меня же трансляция, да. У кого? У меня. У Романыча. А, ну все, я пошел. Давай, давай, Мишаня, мы будем ждать. Как трансляцию закроешь, позовешь. Хорошо, хорошо, давай.
И съебался. Ну, он не любит на трансляциях сидеть, не палится. Никбот хочет подсматривает. Вот ссылочка на донат минус. Так, у нас машина по цене, мы ее купили 7404, продадим где-то, наверное, 8450. Опа! Да? Выставить на продажу, отлично. Наш грязный кобальт на продажу выставлен. Погнали. Ждем первого покупателя. Нихера вы налетели. Подожди, машина-то одна. Алло. Алло, бля. Сука. Вот этой же пястой продам. 8450. Я готов заплатить эту. Пожалуйста, забирай его. Вот мы в прибыль вышли сразу. Первый день мы сразу. Чик, косарь поимели сверху. Косарь с копейками. Вот так вот бизнес делается. Так, где мы? Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Да, где мой контейнер, которым я буду бомжевать первые эпизоды? Опа! 1047, видал, сразу прибыль сделал. Так, вы можете отремонтировать, покрасить. Или помыть свой автомобиль. Авторынок открывается. Сейчас соберусь. Поехали на авторынок. Сейчас, Роман, сейчас звонок сделаю. То это... Давай, давай, микрофон отключай и делай. Угу. Так что, в этот Дискорд пойдем или зайдем в наш отдельный? Тигриц. Я здесь с Максом, ну заходи сюда, если что, к нам. Так, ну это дорогое удовольствие, это тоже. Ебой. Ой, нахуя себе. Почем Audi? 11. Хорошно. Тебя почем? 6700. 6700. Эй, братан, 7898. Охренеть, я вот этот бы трактор купил бы себе. Привет. 68 кусков за вот этот трактор. Хуя там трактор, блядь. Ага. Ты чё продаешь? Чё нервничаешь? Чё нервничаешь? 64 тысячи? Ну слушай, ну так. Кувалдометром подровнять и будет топовая тачка. Ну это вообще на развале. Охренеть. Нихера у тебя живот как у бегемота. Поело. 70. Дашка. Так, ну чё, чё взять? Вот эту новопередражку взять. Похоже машины, да? М? Машины, говорю, новые. Да, ну всё, новопередражку взял. Сейчас поеду на новопередражке. Реактивная малопердражка, все, пизда. Малопердражку разбил. Хера, у меня еще отсечка работает. Так, ну-ка, мужики. Все равно сидите, скучаете. Ну-ка, давай мне малопердражку почини. Давай, чувак. Сколько будет стоить? А?
33? Ну, нормально. Пока ты починишь мне, я пойду мусор выкину. Сейчас мне мало передражку сделают, я ее подороже продам. Хирогакс. Потом бомжару Васю наймем, будет у нас тут ходить убираться. Из бомжары Васи сделаем себе, короче, такого принца. Опа, что, все починил мало пиндрашку? Ну-ка, давай-ка ее. Я думаю, помыть ее, съездить, что ли? А давай съездим, помоем первый раз нашу малопиндрашку. Тут сейчас живот сдулся, как мячик прикольный. Заправочная станция. По топливу пока хватает. Можно. Так, чё, сколько? 50, давай. Помой нам малопиндрашку нашу. Сейчас малопиндрашка наша будет чистенькая. Странно так, видала? По воздуху мотаются. Но на технологии, блядь. Прям нанотехнологии. Охуенно. Там чуваки, наверное, бегают туда-сюда. Крутят педали. Пиздюли не дали. Так, малопиндрашку помыли. Вот теперь у нас малопиндрашка выглядит так, как... Как новенькая, блядь, машина с автосалоном. Хорошая такая малая пиндрашка получилась. Ай, что там за шумы? Так, 6788 я ее купил за... За 8 продам. Отлично. Так, офис открыт, мандавошки, налетайте, малопиндрашка. Фонит или пока включить микрофон? Фонит микрофон у тебя. Давай, наверное, сейчас пока отключу, чайник степит. Так, ну-ка, господа, дамы и господа, налетайте. Пока малопиндрашка на продаже стоит. Отпидоренная, напидоренная. Давай, залетай на малопиндрашку. Люди, ау, вы где? Не хотят малопиндрашку покупать. Она такая красивая, такая отпидоренная. Ага. Столб тоже по нанотехнологии работает, да? Заебись. Левитирующие столбы видали когда-нибудь такое? Вот он. Смотри. Буква П. Дайте пиздуле. Так, о, клиент в офисе. Все, на малопиндрашку пришел. Ну давай, братан. Устраивает тебя малопиндрашка. Бери. Да. Мне нужно подумать. 7.55. Не-не-не. 8. Нибет.
Ну, мало пиндрашку, 8 это дешево. Поверь. Это мне цена, нужно подумать. Вот, видишь. Вот видишь, твой братюня пришел и мало пиндрашку за 8 купил. Все, я вернулся. Ага. Чувак пришел, говорит, не, я, говорит, за 8 не возьму, за 7,44 куплю. Я говорю, не, не пойдет нам. Его собрат пришел и за 8 малопиндрашку купил. Тебя почем? Почем? Уёпта, 13 за сливу. А чем она у тебя красивая-то за 13? Алло. С квадратными сиськами. Ля, ты смотри, какой реалитет. Нихера себе, блядь. Вот это вот, вот за это я бы отдал бы 13 тысяч. Почем? 52 куска. Ты чё, блядь? Нихера это. Задние фары от этого. Скажи мне, я тебе скажу. От Ford Lotus. Передок от Impala. Она чё там курила-то? Не знаю, так. О, гольфуцы. Че, Макс, берем гольфуцы? Ага. МК первый, ой, МК второй. 13. Бери. Бля, у меня нет. У меня 9, братан, за 9 отдашь гольфуцы? Не хочет. Че, еще одну малопиндрашку взять? Понятие. Ну, хуя у тебя ебальник-то такой серьезный, блядь. Че? 11? Ты точно матрицы перекурила, дура. Так, пойдем посмотрим еще малую пиндрашку. О, блядь, смотри, какая малая пиндрашка стоит. Да ты че, обиженная жизнью? Ну, в пизды дал. За 12 просит отдать. Да, дай ему тоже леща в ответ. Ну. За такую цену малую пиндрашку. Не-не-не, спасибо. У тебя почем малая пиндрашка? Во, 3000, во. Во, вот этот мой разговор. Так. Еще сейчас прогонемся. Да нет, пока берем так. Сейчас мы эту малую пиндрашку отправим в бокс пока. Так, где у нас еще есть? Что еще можем купить? Вот, еще одна такая же малая пиндрашка. Ну-ка. Давай еще. За 2. Во, нормально. Вот, понимаю. Все, вот еще одну малую пиндрашку взяли. Максимка, привет. Привет. Кошка. Тебе что? Да, а у тебя Audi кабриолет не пойдет? Так, у тебя что? О, у тебя вообще дом на колесах. Ну-ка, давай свой. Бургер там, почем продашь? 3840. О, все. 3 машины закупил. Ну, нормально. Хуя тут, блядь. Что она ржавая такая вся. Капец. Угу. Хуёвыч, вези её, слышь, вези её сразу на металлоприёмку. Угу. Хер ли вы только упались до малой пиндрашки. Там, мне кажется, это... Подороже, правда, это... Получше. Ну давай, прыгай. Не-не-не, мне мало пиндрашка, это еще нужна цельная. Все, мы застряли, но. Я же говорю, вези ее на металлоприемку. Больше получше. Ну здесь джанк-ярд не работает. Если бы работал, я бы отвез бы. Поэтому придется пока до бокса догнать и... Давай, Хера, нихера не тянет, нихера вот это я понимаю.
Вот это я понимаю. Че, это за кисяшота нету? Да это, блядь. Рабочие молодцы, каждый раз отправляют игру. Бургер Таун, блядь, на колесах. Тут, кстати, новые локации добавили, мультиплеер добавили, новый тюнинг добавили. Ну, мультиплеер, это видишь, это на определенной локации, не здесь, не... Ну, там на мультиплеере можно зайти, допустим, нам с тобой и начать дрифтовать, кататься, ну, да, дрести, дрифтовать, кататься, просто смотреть. Было бы заебись, если бы добавили мультиплеер, допустим, или... кооператив вот именно в торговле. Ты бы, допустим, стоял бы на офисе, торговал, а я бы, допустим, тебе машину пригонял. Вот было бы прикольно. Так, надо сейчас вот этот джанк-пердак сюда поставить. Так, так, так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, отлично. Так. Слышь, а третью машину вон в двери загоняй туда и все. Да вон у меня их две стоит, сейчас я их заберу, мало пердрашки. Тут музыка вот, себе прям загоняй. Я не пойму. Чай? Иди за бокалом. Чё тигрица? Настя? Ау. Ты читала тогда, что тебе Мишаня тогда это отправлял голосовое? Читала, читала. Далеко до этого. А что, ты не ответила? А мне некогда было. Я в школе была в это время. Угу. Он же тебе как сказал? Бери Романыча за хобот и идите. За третьим. Что нужно для этого время? Своё жильё надо, работу. Работу надо. Много чего надо. Чтобы вас удержать. Так. Две малопиндрашки загнал. 300 покупал. За 4200 выставим. Так, это сколько мы взяли? 2600. Есть 3800, но этот мы взяли за 3800. Слышь, ты говорится, ты третьего, допустим, родишь, 4900. Там за четвертым захочешь, да? Нет. Желание есть, да, но так-то физически я понимаю, что я не вытяну. Так, у нас... Вот, теперь будем пидорить машину. Да ты мой, не мой, а с нашими, с нашими ценами нынче дети очень дорогие. Ебать, Вася, я тебе сейчас кляп вон засуну. Чё ты доколупалась до тамагочи, блядь? Он же тебе на стриме мешает, Олег.
Да, у меня что, на стриме зрители есть, что ли? Три зрителя, не звезды. Два. Два. Так. Все, все. Ну, можно идти спать. 16 долларов, а я не знаю, лягу я спать, нет? Смогу перебраться. Ладно, пешком придется идти. Минус 8000. Тюх, в минус 8396. Грязный офис, но... А, нельзя. Пешком иди. Напрямики едем. Либо не, кредит возьми. Не, только они, конечно, подтянули хорошо игрушечку. Да нахер, я еще кредиты не брал, блядь, я чё? Я, блядь, никогда кредиты нигде не брал, так что... Не где надо меня вообще здесь приучивать. Что-то у них трава тут странно растет. Там нету, здесь есть. О, клиенты в офисе. А это не простая трава. А, это... Для поднятия настроения, хочешь сказать? Угу, да. Че, чувак, берешь? 4900. Вот смотри, не успели клиенты прийти, уже намусорились. Не хочешь за 4900? Да иди нахер, бабуля возьмет за 4900, ну. Оп-оп-оп-оп! Кто там? Ты? О, нихера ты, ты точно дамский угодник, ублюдок. Покупай, на. Ты на. Хуя у тебя, нас, блядь. За полную сумму 3900. Вот это, да я же сказал, за 4900 купит. Давай, ты, не, ну ты мне не нравишься. Вот у тебя квадратные сиськи прикольные. Вот все, с квадратными сиськами машина купила. Смотри, сейчас тигрица разозлится, придется сковородкой к тебе. Да она знает, что я угораю всегда так. Это же игра. Это же игра. Так, теперь мы можем за 12. Да, там же адекватная баба была, она бы еще, может, закатила бы. Не-не. Да. Ой. Вон у нас есть знакомый, у которого он в игре персонажа женского создал, она ему истерику закатила. Ну? Это кто? А, это Стега и Кэт. Серега. Восемь. Так, восемь за Ford Focus. Хорошо, Ford Focus можно будет взять за восемь. Пойдем еще посмотрим. О! Ебать, копать, нихера себе. Хотел в личке насчет игр или что поговорить. Она как давай там ревновать его. Говорит, сейчас, по-моему, мне, говорит, сковородка принесет. Я говорю, почему? Я говорю, потом, говорит, тебе напишу. О! Покупай. Кого? Жука? Жука, да. 8 кусков одолжи, куплю. Жука-навозника. Ты за сколько даешь свое барахло? За 6? Да пошел ты знаешь куда. Козе под баян, там за 3 дадут. Так, что у нас тут еще есть? Ну, это дорого стоит. Это что у нас такое? А, это... О, это Citroёn. Ёлка. Это майонез. Чпыри, да? Майонез Сёнов во вторник уже улетает в Индию. Кто? Подружайка её. О!
Это либо, либо Mazda, либо Toyota. Toyota. 21 за Toyota, да ты, я тебе, блядь, за 21 я тебе за в ухо перну с прыжка. Ты жестокий человек, а? Ну нихера она, блядь, за 21 предлагаю. Ладно, вот это за 21 я бы еще. Сейчас прикинь, она 6 стоит. Кстати, мы пошли зря, когда взяли просто Я бы вот это взял бы, Максим. Смотри, какой стоит аппаратик. Ля какой, видал, Пантьякус. Ну, дорогой папа. Поэтому мы будем брать Ford Focus. Ford Focus. Который фокусы показывает. Да, который делает фокусы, делает хоба, бля. Чистая вода. Так, торговаться я пока не могу. Ну, давай, за 8258 возьмем. За 10 продадим. А не надо, она захочет пить, сама попьет. Вот на теплую. Это копченая хорошая. Да, они вкусные. Вкуснее, чем куриные. Да. Ух ты, еще и стреляет, падла. Давай, прыг-скок. Не-не-не. Ее надо сейчас напидорить, покрасить и подороже продать. Это знаешь, я как этот, как тот перекуп. 2П, 3П. Перекуп. Знаешь, что такое 2П? Нет. Помыл, продал. А 3П это помыл, починил, продал. Поэтому у меня 3П сейчас. Ромыч, ты сейчас не перекуп, ты это перепуг. Перепуг? Да. Хорошо, не допуг. Давай, мой. Ты смотри, какая тут нанотехнология, ты видал? Там чуваки бегают, брызгают на машине. Ёршика для вангуса взяли и ходят. Чувак, ну ты вообще кадр, блядь. Номер ZRF2XMU. Бабу на ходу. Да, надо будет, знаешь, что, Романович, ну, чтобы потом как-нибудь это, фарминг симулятор 22-й еще проиграть. 22-й? 22-й или 19-й? Ты тоже есть? У меня 19 и 22 есть. В эпиках бесплатные. Скачать русские моды какие-нибудь там, это, накачать и сконнектиться и пойти. Так, чё, давай-ка тебя подожди, с покраской пока. Сейчас мы тебя чуть-чуть подшаманим. Боже, мать. Не матерись. Так, ну давай, чувак, смотри, что у нас есть. Опа, свет, колеса. Что у нас есть? О, колеса, диски, рим. Нихера себе. Охренеть. Ты видел? Угу. Интересно, приора здесь есть? Приора нет. Фигово. Нифига, ну нормальные такие дисочки прям. Угу. Вот это перекрасить можно. Ну.
О, настилено. Тапки. Тапки. Ну, тапки, допустим, тапки, тапки, тапки. Мы прям так. Я не знаю, там какими ими сделать их. Давай прям в цветах бахнем, нах. Ема! О, настили тапки, на. Во. Во. А еще и размер есть, нихера себе. Опа. Все, во. Все, базаров нет. Так, шина. О, нифига, еще и шины можно поставить. Да ну. Ретро есть даже. Сейчас я подойду. Ну, типа вот. Давай. Типа вот мы такую берем. Так, диски, ладно, дальше. Сейчас свет, модификация. Что у нас модификация? Зеркала, сиденья. Ля ты, не, ну ладно. Мы чисто так. Номера, выхлоп. Ладно. Кулер, выхлоп, зеркала, сиденья. Управление, окно. Ну, допустим. Комплектация. Настройки автомобиля. А ну нахер, комплектация. Угу. ТС, АБС. Давай поставим АБС. Все. И покрасим сейчас мы ее еще. Сейчас мы ее все покрасим. Ля, ты смотри какая. Ля, смотри, какая стала машиночка. Просто пушка-бомба. Ну, теперь продать можно ее по дороге. Бля, просто, ну да, пушка-бомба выглядит шикарно. Так, у нас офис закрыт пока. Так, мы ее купили, плюс расходы. 3 расходы, 8 купили. Это у нас получается, она вышла 10, 11, да, 12, где-то 1013 поставить ее на продажу. Вот так вот, плюс-минус расходы. Так, что у нас тут? Договоренность. Разблокировать. Отлично. Теперь мы можем договориться с чуваком. Поехали отдыхать. В контейнер. Бомжевать в контейнер поехали. Че смеешься? В контейнер бомжевать поехали. Следующее утро. Офис грязный. Аукцион начнется сегодня. Идите нахер. Так, что там? Никто не пришел за моей вайбой. Я тут ее, видите ли, помыл, покрасил. Такие дисочки поставил. Во, вот, вот проститутка. Многоуважаемая женщина. Местная сотка пришла. Загорела такая. 11 300. Нихера. 12 500, бля. 12 500. Хотела я на браузер с Алисой, чтобы она с домашкой помогала.
Ты что, на каникулах хочешь заболеть? Где тапочки? Коридор выходит. Сейчас доуебываетесь, я ее себе оставлю. Буду на разборке ездить. Нихера там тапки-то какие красивые я поставил. Да ты за такие деньги не найдешь нигде машину лучше, чувак. Так, подожди. Надо закрыть офис, чтобы... Мужик от бедра такой чпок-чпок-чпок к машине. Ля, какая горячая вайба, я ее куплю. 11600 торговаться. Давай 12500, братан. Хорошо, 12, братан. Меньше не отдам, все. Иди нахер. Все, отлично, 12. Все. Супер. Сейчас мы быстренько еще. Вот так сделаем, пока это продадим. Все. Что, апгрейд можно делать? Да, мы потом перестроим офис, как я хочу. Так, что у нас? Аукцион, ну мы за 18 тысяч на аукционе, нет? Классно, я сделала. Стоит, не стоит, нет? Ну вот дизайном, когда займемся, будешь сидеть мне помогать дизайн делать. Хорошо. Мы будем офис новый строить. Так, что у нас на продажу есть? О, какая лялька. Наверное, 1040 стоит, да? 22. 22. Ну-ка, за 18 отдашь, дура? Неприемлемая цена. Мандавошка. Так, это что у нас? Это у нас какой-то чижик-пыжик, наверное. Сейчас мы спросим, что за машина, братан? 53! Держи! Вот за 53 нюхни газку, бля. Нихера тут Ауди, блядь. Ебай, она у тебя что, по навозу ездила, что ли, мадам? Ты что на ней, говно возила, что ли? 12, ну, 12. Давай, 11. 11, давай. Я ожидал более высокую цену. Ну пошла ты нахер. Все, пиздец. Не хочешь, не надо. Я вон сейчас вон два гробовоза возьму и поеду. Ну. Три вон их, блядь, по цене за твою Ауди. А, малолитражка. Малопердашка стоит, не хочу. Скучная малопердашка. Ты почем продаешь свой седан? 56! Держи, брата! Отлично! 56, блин!
Нюхни! 56, блядь. Охренел мне. О, Вольво возьмем и пойдет. Почем? Опять ты, блядь, миссис Тринити, ну. Два косаря, ну, блядь. Дешево. Ну, сердито. Я почем? Бита некрашенная, немытая. 21. Ну-ка, давай, за 18 отдашь? 18 500, ну, прям 18 500. Вот прям 18 500 на руках. Мне это предложение не интересно. Ну, чебургинатор, блядь, а уши-то отрастил, как у Чебурашкина. Еще выебывается, сидит, блядь. Небось, за бати на деньги купил машину, еще и выпендривается. Ну. Угу. Ушлепок вьетнамский. Ну, сейчас тогда ту Ауди из-под навоза возьмем. Дальше поедем навоз возить. Карьера, ко мне обратился мой приятель, на тот момент он заканчивал его. Смотри, Макс, ты вот скажи, пожалуйста, это Ауди где было? Явно навоз возила. Сейчас там... Да. Так что, дешевле, да, шо? Хунзинчун, блядь. Либо с управлением не справился и в навоз въехал. Да навоз возил, на. Вот, 11 900 я забрал у нее, отлично. Хунзинсунь, блядь, продала мне, короче, машину из-под навоза. Ты только отмой ее хорошо. Сейчас, подожди, еще в одну кучу въеду. Вот учитесь, мужики, тачка под навозу, самый дорогой экземпляр, а не ваш эти доджи, хуёджи, блядь. Так, чё, я ещё у тебя сейчас телегу заберу за две. Давай сюда её за две. Торговаться будешь со мной, миссис Тринити, блядь? За две. Чё? Ты не хочешь за две отдавать? Иди нахуй тогда. Коротко и ясно, блядь. Сейчас будем кучу сбрасывать себя навоза. Не бойся. Не, куча не слетела. Походу это хорошо прилипло. На автомойку надо ехать. Да нахуй мне еще за автомойку 50 рублей отдавать. Сейчас вот так напидорим нам. Да там так не обойдется, Ромыч, там надо химчистку делать. Зато так хоть опыта дает. Ну смотри, оттирается. Что, не оттирается? Оттирается, но кто-то насрал так смачно. Смотри, весь офис провоняется. У меня офис открытый, так что... А, проветрится, да? Да, проветривается. Стекла повыбивало, я тут нечаянно даванул. Рам нету, стекла вынесло, блядь, это похуй, главное, блядь, крыша целая. А, нифига ты даванул, блядь. Ну так, я в уме, ты же знаешь, 11 900 купил, за 13, за 14 на продажу. В смысле, в офисе грязно или что это? Где, блядь, грязно? Ну-ка, блядь, где грязно? А, нихера себе, нормально ты так. Ну,
Банка с мусором где валяется. Ладно, хуй с ним. Сейчас, где наш этот? Васька! Васька! Сука, Васьки нет, Васька на работу не вышел, забухал, пиздюк. Хотел его нанять за $500, чтобы мне тут все пидорил, чистил. Хуя они банки швыряют. Вот надо поймать эту шпану, блядь, и зашвырнуть ее на этот столб. Задница, да? Чтоб задница висела, блядь. О, клиент в офисе. Здравствуйте, с квадратными сиськами. Бери, машина чистая. Ну, правда, салон провонялся. Ну, хуйня. Бери, тебе понравится. Да, и еще и за 14 кусков забрала. Нихера ты, блядь, мандавошка. Ну что ж ты ее так называешь-то, а? Тихо ты, она нормальная женщина, просто хорошо так прошвырнулась. Пойдем опять на район. Я что-то на авторынок приехал по привычке. Так, на район. Так, вот, ты будешь отдавать свой додж дешевле, нет? Дура. Пробка будешь дешевле отдавать? 22. Вот у меня 20 есть, давай. 20, 500. Давай. Я уже установил адекватный ценник на машину, поэтому торга не будет. Да пошла ты, козе, под баян, там бесплатно раздают. Ну все. Все. Доброй ночи, Вахтанг Кикабидзе. Доброй ночи, говорит Вахтанг Кикабидзе. Чатик, пишите что-нибудь, что вы молчите. Так, следующее утро у нас автомобильный рынок открыт. О! Вот сейчас мы там точно купим какое-нибудь ведро. Ведролёт на колесах. Ведроноид. Е2D35F. Вот тут уже выбор поинтересней. Макс, доставай отмычку, смотри, что стоит. Где там что стоит? Давай отмычку, сейчас спиздим нахуй. Хуя тут, блядь, ой, в андроссель стоит. Вот ты смотри, какой аппарат. Еп, давай. Почем, братан, дриндолет твой? 8. О, нормально, за 80 что купим. О, Volkswagen. Чебургинатор почем? 18. Ауди. На ауди у нас пока губа велика, но мы все равно ради интереса оближемся. Ну да, пол лимона. Братан, подожди. Сейчас я вернусь, пиццу поем. Я тебе пол лимона, что у тебя аж фуражку сдует. О, Тесла. Тесла. Почем Тесла? 43. 43. Жопой забью колечку подотри. 28. Блин, братан, было бы чуть дешевле, я взял бы. Так, неплохой вариант. Шкода. У тебя почем? 6. 6. Вот у тебя почем слива? Почем сливу продаешь? 14. Слива 14. Что взять, сливу или гольфа? Бэха почем? Почем бумер? 10. Нифига у него спойлер там видел? Да. Бумер. Что возьмем, гольфуца или бумера? Сливу возьми. Сливу? Ну гольфуца дороже, гольфуца можно дороже продать. 18 купить, за 23, за 25 продать. А сливу за сколько ты? 14 она продается. А продать ее за сколько можно? Сейчас мы вот так сделаем. Так, давай. 18, братан. Прям сейчас забираю. Ой, отлично. У нас еще два куска. За два куска что мы могли купить себе? По-моему, больше ни хера мы не можем купить за два куска. Да. Да, 6 кусков. Ну все.
Сейчас мы гольфутся. Попробуй, за... стоишь, попробуй порда за 20 купить. Собаки отдай, у нас, а потом это. Тут смотри какой, ну? Шустрый как понос. Завтра четверг же, да, Марина? Да. ДТП. Но фара уже не работает, смотри. Ты биту ее купил. Где она? Завтра еще свожу ее, да. Завтра контрольный сдать по познанию мира. Давай, чувак, давай 28 долларов. 28 рублей. Сейчас он быстро своими чудо-ключами поковыряет там что-то. А что так быстро-то? Алло. Вот узбекская харя. Ну ладно. Если не будет работать, я тебе эти ключи в задницу засуну и проверну. Так, у нас тут опять намусорил кто-то. А можно банкой банку сбить? Если можно, я собью. И с вами даже маленькая улитка. Да, сейчас идем. Так, там так и банка-то висит, да? Ой, тихо, быстро пошел. Сейчас подзаряжу телефон и пойду. Еще раз не могу взять, вот. Так, сейчас напидорим. Да, я не доела, ты чё? Так, 18 мы её купили, значит, продадим где-то за 25 поставлю. Там, если чё, скинем. А у тебя, а, ну это дефект, ладно, там скажем, что там просто провод закоротил, а кто-то яйцами защемил, короче. Поэтому фара горит. Пимень такой пишет, говорит, будет Камри, оставь мне, говорит. Я говорю, нихуя, у тебя губа не дура, бля, сразу на Камри. Тебе за скупим какой-нибудь из-под пердуна какого-нибудь. Тебе-то что, краковскую морду возить пойдет? Сейчас А чё я жду, офис-то закрыт? Офис открыт. Альпийские горы. Альпердийские горы. Миннесота. Оп, такой. Гольфуцы продают, надо купить. Да, это гольфуяцы.
25. Нормальная цена, братан. Серьезно, тебе понравилось? Бля, ну ты сегодня мой день сделал, чувак. Я пошел за новой тачкой. Может быть, даже за двумя. Хи-хи. Так. Сейчас мы вот этот еще возьмем. Вот этот вот аппаратик нам за 14. Сколько отдаешь? 14 400. Давай 14, дорогуша, давай. Прям беру. Отлично. И у тебя возьмем за... Нет, у тебя... Так, что мы еще можем? Бэху взять, наверное, да? Ну-ка, ты почем продаешь? Вот, 10. Давай 10 500, хер с тобой. Отлично. Нормально, еще две машины сейчас. Тигрица и Грица, я здесь супруг буду. Все, вышло. Вышло из Дискорда, ты же вышла. Ну ладно, пора все. Кто вышел? Тигрица. А, Тигрица? Короче, я что? Купил две машины, ту продал за 25. Угу. Купил Бэху и купил этого... Сливу. Ага. С автомобилем. Еще и с автомобилем все в порядке. Ты прикинь, на сливе. Уйдет. Тигрица и Грица. Да сейчас мамаша будет выносить. Да ты ее сама вынеси. Так. Сливу. Да куда тебя ведет все? Там у Бэхи, конечно, лавка, блядь, для бабушек. Это пиздец, нахуй. Бэху за череп купил, прикинь. Ну, заебись. Сейчас Бэху напидорим. Сливу напидорим. И все продадим. Ну, Бэха красивый, оказывается, цвет. Беленький такой. Беленький. Беленькая моль. Бампер, правда, в навозе, но ничего. Хули они, блядь, по говну, как по силу, блядь. Такой звук. Как будто яйца на велосипеде, блядь, обкоженное сиденье трутся. Так. Поехали, значится. Сильвию мы взяли за 14, за 22 на продажу. Отлично. Бэху мы взяли за чирик с половиной. Где-то, наверное, за 14 900. Отлично, все. А уже ночь. А вот и ночь пришла в окно. Чебурек стучится где-то там.
Пойдемте бомжевать в нашу, в наш контейнер, мега-контейнер. Никбот, хочешь поддержать стрим? Вот ссылочка на донат минус. Ссылка. У нас уже сюбета. Сюбета. Мы уже неделю барыжим. Я бы мать, сколько тут мусора, ебать, копать. А тут... Вот, блядь, камеры надо поставить. Что за шпана мусорит здесь, а? Вот поймать и, блядь, банку в жопу засунуть. Тигрица и грица. Почему чебурек? Чебурек? Не знаю. Потому что чебурек. Че, братан, бэха понравилось? Бери. Вообще, машина, пушка, бомба. 13. Чего, блядь? Чего, на? Хорошо, я тебе могу предложить за... 13.999 акции посреди недели. Хорошая сделка. Заебись, нахуй. За 13.999, нахуй. Ушла, блядь. Сука, блядь. Я херею с этой игры. Хорошая акция, слушай. Так. Сейчас мы сливу напидорим. Сейчас у нас слива будет... Пушка-бомба. У вас есть очко. Прикинь, у нас есть очко. Навыка. Понял, да? Угу. У меня есть очко. Для навыка. У кого-нибудь есть очко для навыка? Кто-нибудь придет за машиной? Тигрица и грица. Жаль, очкобуса нет. Очкобус? Ни хрена себе, это что за звук сейчас такой был? Стул подвинул. Ага. Очкобус, очкобус найдем. Не переживай. О! Мне вот этот хуй напоминает этого, блядь, создателя Warframe. Вот так же он ходил, вот в такой же футболке, такую же пидорку носил, вот такие же усы, блядь. Дамский ублюдок, угодник. Сколько? 18? А я ее купил за 14. Хуйня, сейчас мы тебя наебем, подожди. 19.999. Опа! Не хочешь. Ну тогда извините. Тогда я вынужден вам отказать. Идите, лобызайте дальше. Опа, 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 опа. Да, это шпана, которая дочь продавала, убитый нахуй в хлам. Тебе вот только, блядь, велосипед педали крутить. 19.880. Вот, смотри, вот прям... Вот прям ты мои мысли прочитал. Давай, братан, вот прям вот. А, отлично, за 20 ушла. Как с кустана. Интересно, я на аукционе могу за 30 что-нибудь купить? В пределах 37 тысяч. Сейчас ради интереса пойду проверю. А где все? Я что, сам буду покупать машины? Я один. Так, что у нас тут? Dodge, Nissan и пёзда.
Мизда. Мизда, Рисан и Доги. Доги. О, это что? Что там, на аукционе, что ли? Да. Так. Ебаню цена, ну. Вы что, блядь, угораете, что ли? Да что там, BMW? Да какой BMW? Это Доги какой-то. Никбот, не забывай поставить лайк. Бульдог. Стримеру нужна поддержка. Шаблон. Лайк — это лучшая вот мотивация делать стримы и видео. За Рисанну. Пошел нахуй. Моя, я сказал. Никбот, заходите в наше сообщество. И нахуй отсюда. Нахуй, блядь. Отлично, за 25 купил. Все, базаров джокса. О, я еще и за эту потягаюсь. За бумер, давай. Восемь. Все, я еще и бумер купил. Да, все, я две тачки купил. Ниссан и бумер. Ну, на это денег не хватает. Все, отлично. Два. Вы нашли детали радиатора в своем... О, нихера, я еще что-то нашел. Так, вот это вот, конечно, прям... Мне уже нравится. Сейчас мы ее почистим, как... Как полагается, сейчас мы эти машиночки... С номерами калифорнийскими. Какого-то, видать, с Калифорнии мудака. Аджимджашили. Калифорния, дрименс. Насрали в тапки мименс. Так. Пойдем еще одну тачку заберем. Нормально я так на аукцион зашел и две тачки вытащил. С 37 тысячами вытащил две тачки, друзья. Ну это вообще, это заслуживает лайка. Торговать умею. Считайте, бумер и сосисам вытащил. Ниссан, друзья. Блять, ёптвою мать, юморист. Сисан, хотел сказать, купил Ниссан, ебись. Сисан. Так, 25. Ну, где-то 1005. Это 30, еще 2, 3. 32, 33, наверное, да? 33 поставим. Давай-ка 33. 33 коровы, 33 коровы, 33. А этот за 8 я купил, да? Ну, где-то... Где-то 14 900. О, все нормально, нормально. Надо же как-то приумножать свои расходы. Товарищи, покупайте сосисам, а Ниссан. Сосисам, да? Да, сосисам. Японское название машина сосисам. Так, чувак, чувак, ты смотри, какая у тебя задница-то, блядь, больше, чем сосисам. А вы вдвоем сюда? Ну давай, ты в кепке. Давай, давай. У тебя глаза большие просто. Ты охуел от цены, походу. Цена справедливая, я возьму все базаров Джексон. Сосисам взял сам. Все, у мужика глаза такие, он сказал, сосисам приехал с Калифорнии. Так, мужики, кому нужна бутылка минеральной воды? Покупайте, ёпта. О, клиент в офисе. Так. Так. Бля, теперь у нее жопа квадратная. А ноги-то, ёпта, ёпта, у тебя, блядь, чё у тебя с ногами-то? Ты в каком седле сидела? Ебаник-то еще лучше. 14.
Ага. А вот вышки-то угадала. Давай вот так. Давай. Поздравляю. Полтинник, друзья. Мы заработали 50 тысяч. Ёбушки-бабушки, новоробушки. Так, 50 кусков. Ну-ка, поехали на район. Чё, мандавошки, готовьте свои машинки. Батька приехал деньги расчехлять. Так, у тебя почём, Джуки Пердаский? 21. Во! О! О! Вот, вот чё. Нихера у него развал. Ебай, да чё, блядь? Дрифткар? Бабуля, ты там это, чё? Экспресс-доставка, блядь, бургеров была, что ли? Нихуя ты, блядь, в дрифте заходила, в поворот. Булочная от Нагисаки, да? Во, Тесла 46, ну. Торговаться. Давай-ка за 45. Отлично. Отлично. Мы купили Теслу за 45. Сейчас мы ее приумножим сразу. Но... Почем у тебя? 7. А, блядь. Братан. 5. Наебальник даю и мы расходимся. Не могли бы выдавать более адекватную цену. Да пошел ты, знаешь, куда, корейско-вьетнамский ублюдок. У тебя почем сосисан? 21. Ой, блядь. Что же вы так дорого хотите? Уж ну тем более за что? За сосисан? А че я пешком? У меня же теперь Тесла есть. Я же обладатель электропиздолетера. А заводится как бензиновый, блядь. А ну, блядь. Нахуй. Ты мне Теслу покорябал, ублюдок. Ты мне 45 тысяч должен. Купил Теслу, нахуй. Теперь я король, блядь. Хули. Все бабки на Теслу. 45 кусков. Теперь я владелец электро... Как он, блядь? Электровибратора, блядь. Все. Бомжую, говорит, в контейнере, зато на электровибраторе ездили. Жизнь боль, блядь, сказал верблюд и плюнул в кактус. Так. Давай-ка мы тебя сейчас хорошенечко так почистим. Ну, тут крыло под замену. Ну, это тычь так стону. Рынок открылся. Но мне сейчас не до рынка, чувак. Ей-богу. Сейчас я продам свой электро драндулетный. Сейчас я к вам приеду, мужики, подождите. Сейчас я эту машинку тысяч за 55, за 60 продам и вернусь. Да, десятку можно накинуть, 55 продать. Тут опять кто-то насрал, блядь. Воняет аж за километр.
Купите Теслу, недорого. Недорого, купите Теслу. Купите Теслу, недорого, блядь. Электровибратор. Тем, у кого, говорит, проблемы с женщиной, купите электровибратор. Вот так вот. Ну, сейчас мы электровибратор выставим на продажу. Калифорнийские номера. СК-59, Y-71. Не хотят пока электровибратор покупать. Им нужен электровибраниум. Электровибраниум, да? Вибронатус. Сейчас, я секунду. Окно открою. Свежий воздух заходит. А то у меня в комнате как будто, блядь, не знаю, как в парилке. Чуваки! Заходи, электровибраниум продаем. На пиздюшник продаем. А ты что там, в чё играешь? Я фермер. Ты у нас фермер, да? Да. Значит, вот у кого Ауди побывал в навозе. Ну вот кто, блядь, ее засыпал, неправильно припарковалась, взял, блядь. Да. Куриного помета и насыпал, блядь, на Ауди. Ну а хули она неправильно паркуется? Чё ты только выпался до квадратных сисек? Квадратные сиськи у нее, ей все можно. Это феномен такой редкостный, знаешь. Это как вот нанотехнологии на столбе. Левитирует, блядь. Два-три коробка спичечных от пола. Не, ну кто-нибудь за электровибраниум приедет за 55 тысяч, нет? За электровибраниум, походу, никто не приедет. Надо хоть сходить поморозить? Да. Во сколько пойдем? Ну, не знаю, во сколько, как закончишь. Ну, давай. Всё-таки надумала? Да, что-то там так хорошо на улице. Правильно, с Вадимом пусть носик поморозит. Слышь, братан? Слышу. Ну, с Вадимом пусть носик поморозит. Ну и чё, где там электровибраниум? Идёт кто-нибудь покупать, нет? Алло, время уже первый час. Алло. Люди, дайте, ну купите хоть что-нибудь. Вези навоз, сейчас мы обсыпем, быстро налетят. О! Тигрица и грица. Сходите погуляйте. О, нихера тут, блядь, старуперденьшая зашла. Мадемуазель старушенька. Я ездил на ней немного. Поэтому пробег небольшой. Цена меня устраивает, и я согласна. Покупай. А за 55 штук машину электровибраниум. Тигрица и грица. Продай эту тачку, сохраняй, да беги с мамой погуляйте. Да успеем, чё? Сейчас еще. Часам к 8, начале 9 пойдем. Как раз я только в азарт вошел, а ты мне уже предлагаешь уебень за нахуй делать.
Нихера тут бумер. Почем у тебя нет? Ну подожди. Кто это говорит, тебе предлагает? Тигрица. Так, у меня 60. А, вот, ты очкобус хотела. Вот он, очкобус. На, смотри какой. Бля, тут, блядь, мордоворот на колесах. Сука. Бля, ну нихера вы такие красавцы. Сколько стоишь? Никбот, хочешь поддержать стрим? Вот ссылочка на донат минус. 71. Ссылка. Бля, ну я бы себе в такой трактор в использование взял бы. К Максу в этот в совхоз за навозом ездить. Сука. Шестьдесят одна. Бля, братан, за 60. Никбот, не забывай поставить лайк. Стримеру нужна поддержка. Лайк — это лучшая братан, мотивация давай. Делать 60. Стримы и видео. Я прям сейчас заберу, ну, и застольник ее пропихну. Отлично! Хуя я, блядь, урвал в аппаратик-то. Никбот, наш чей канал дрифт, сервера минус. Ссылка. Она еще и дрифтовая. Никбот, заходите в наше сообщество. Так, мы ее купили, сейчас мы ее быстренько за 60 купили, 80 выставим, прям вот сейчас прям 20 с куста поимеем и поедем за тем трактором, купим этот трактор. Давай-давай, народ, не скупись, заходи, чё я быстро на рынок что ли мотался зря, давай-давай-давай, шевели булками. Продай эту тачку, сохраняйся и беги с мамой погуляй. Схожу по-любому. Сейчас оденусь, тепло. Сейчас еще новый зонтик мы с собой возьмем, выгуляем. Кстати, я тебе не показывал, какой я себе зонтик взял, Макс? Нет. Сейчас я тебе скину в WhatsApp-ик. Угу. Нет, зонтик вообще топчик. Он здоровый, во-первых. Ну, закрывает полностью тебя. Даже учитывая, что вот у меня мама... Ну, ты мою маму, может быть, и не видел. Она такая полного телосложения. Ну, я представляю, да, примерно. И зонтик прям, вот он ее закрывает полностью. Ну, это ж хорошо. Сейчас это прогрузится. Тем даже тигрица говорит, иди с мамой погуляй. Ну, она тебя выгоняет уже. Ну, сходить-то сходит, да. В любом случае. Да, идите погуляйте, я как раз попозже сейчас там мамка позовет, я пойду ужинать. На, смотри, братан. А? Смотри, братан. Тигрица, давай. Игрица, ну да, одевайся, тепло, холодно на улице. Да, это я знаю, да. Сейчас вот эту машину продам, да буду сохраняться, завершать. О, что мне уведомление даже не приходило, что ли? Слушай, как на Роллс-Ройсе прям. Не, он в этом. Тигрица, игрица. Я понял. Приятного аппетита. И что, почем взяли? Это маме ты взял вот так? Это я себе взял. А, себе? Да. И что, почем? 3. Через Касп? 3700 с копейками, да? 150 купол, 150 диаметр. 20 с лишним спиц. Нормально. Я говорю, надо будет, слышишь, братан, нам с тобой потом как-то будет посидеть, моды повыбирать, повысматривать на фарминг-симулятор. Но это тебе надо ее скачать будет. Моды повыбираем, скачаем, перепакуем друг другу, на. И потом можно будет как-нибудь на стрим. 80 тысяч, друзья, я сделал бюджет за каких-то, да, с лишним часов, да.
Ну, я не знаю, я не особо как-то к этому фармингу, у меня душа ложится, вот честно. Ну, я тебе так скажу, здесь можно будет поугарать. Да дело не поугарать, поугарать можно и во всем другом, в принципе. Ты в эту субботу пойдешь с нами в этот? Куда? Газ Гонзалес Экстрим. Газ Гонзалес? Да, это гонки, которые с оружием. Потому что я понял. Кошка с нами идет. А кто еще? Кошка еще? Я и ты, если ты пойдешь. А. Это Ярик водила бы это. Сука. Так она же, если это. Так я же не про тебя, я про нее. Ну а почему? Что она Ярик водила? Если мы вдвоем там будем, она же хрена за обоих догонять будет. Там надо будет наноситься друг против друга. А? Там же стреляться надо будет друг против друга. Так, Макс, там же у вас, я купил этот, под навоз машину, готов, еду. Бля, у меня навоза пока что нету. Зверей нету, чтоб навоз. Нихера бульдозер, блядь. Я это могу ЗИЛ это ячменя, ну блядь, ячмень как бы переводить неохота на нее. У меня хули ЗИЛ и сзади ведро, блядь, болтается. Тебе я пожелала приятного аппетита. Заранее. Спасибо. Я еще пока не приготовился. Почему бы и нет, поиграйте в ферму. Посмотрим, ну. Родная, посмотрим. Я ничего заглядывать не буду. Мне кажется, интересно будет, если в кооперативе вдвоем моды русские поставить, русскую технику, русскую карту, бля, там будет весело заниматься. И скотину это покупать, сначала поля. Конечно, нудно, но, блядь, знаешь, два трактора взять в аренду и... Я пошел поле пахать. Ты на комбайне, допустим, ездишь, я на грузовике вожу. Интересно. Посмотрим. Я сейчас хочу Еврик. Я в Еврик, говорю же, добавил карты Россия, Казахстан. Хочу немножко его подгрейдить и поиграть. В коопе еще интереснее, чем одному. Еврик вообще можно это в мультиплеер. Ну, есть мультиплеер там. Конвой нужно, не обязательно мультиплеер. Нет, там и в мультик можно пойти. Да, мультик смысла нету. Лучше, если идти уже конвой. Просто карты одинаковые поставить все, мы поехали. Пусть даже на стоковых грузовиках. Чисто на карту там и на жесткость управления. И вперед. Так, ну все, сейчас мы быстренько продаем свой раптор за 100 кусков. Так, что у нас здесь счета? У нас здесь счета пришли, оплатить надо. Нету денег оплатить, ладно. Сейчас продадим машину, оплатим. Блин, ну он здоровый, мать его. Пипец он, бля, гигантский. Блять, выше, чем я. Ну хотя, в принципе, они высокие, эти рапторы, блять. По сравнению со всем другим. Ну такой массивный трактор, блядь, прям. Че, за 70 взял, сейчас за стольника вот пихну. 30 тысяч навар поимею. И все. И можно завершать стрим. Пока буду ходить, как раз зальется кошки на канал. Да, кошка? Кыс. Клиент в офисе. Давай. О, нихера, ты номер сразу. А ты че, а ты ведешь два канала, сразу закрываешь? Я сейчас веду трансляцию на три канала вообще. Нет. Я имею в виду кошки на видео, видюхи закидываешь.
Ну, я ее закину ей на Boosty и на YouTube. Ну, я говорю, это ты делаешь, короче, рендишь там, это, делаешь. Да. Она просто снимает, а ты уже это, да? Нет, она выкладывает все Егор, себе. Хочешь поддержать сама. Стрим? Вот ссылочка на донат. Ну, я этот... Ссылка... Если у меня стрим идет, запись стрима, я ей заливаю. Где-то, если она просит, не может сделать, я ей закидываю. Ага. Все, машину в Сторинг продал, коммуналочку оплатил. Друзья, вот такой вот бизнес. 100 тысяч за каких-то... Сколько у нас стрим идет? Час, полтора, два, почти два часа. Почти два часа. Час сорок, да? Час, за час сорок 100 тысяч мы подняли, друзья. Ну, это о чем-то говорит. Ну что ж, мы сохраняемся. И завершаем стрим. Пойдем прогуляемся. И как говорится, попозже пойдем поиграем во что-нибудь еще. Всем большое спасибо, кто был сегодня со мной на канале. Подписывайтесь на мой канал, на канал Тигрицы. Макс Геймер, Сэм Геймер. На всех подписывайтесь, не стесняйтесь. Тигрица, Игрица, Мурмяу. Ох ты, Мурмяу, кыс-кыс-кыс-кыс.